Давай, крошка, давай, вперед! Ну же! Ну! Тупая лошадь! Я отрублю тебе голову! Что это за членоголовый? Томми Версетти, ты ведь меня помнишь? Простите, я немного обеспокоен. Больше никогда не буду доверять проклятым лошадям. Вы делаете хорошую работу и будете работать на меня. Я работаю на деньги. Как я уже сказала, Мика, теперь ты работаешь на меня. Я работаю на деньги. Заткнись, какой-то Иуда предал меня. Он думает, я не знаю, сколько денег зарабатываю, но воровство 3% – это так же хорошо, как и украсть 100%. Никто не сделает этого со мной. Никто! Следуй за ним из квартиры и увидите, куда он направляется. Позже вы убьете его. Этот говнюк думает, что может потягаться со мной. Да я порву его на немецкий крест.